Европейский союз продлил санкции против юридических и физических лиц, чьи действия угрожают территориальной целостности Украины. Новые ограничения будут действовать до 15 сентября. ЕС обещает заморозить активы 37 организаций и 150 граждан России. Им также запретят въезд в страны Евросоюза. Санкции вступят в силу завтра, когда решение опубликуют в официальном журнале ЕС.